Добро пожаловать на наше 99-е видео «Что происходит, профессор?» Вальтер, вы можете в это поверить? 99-е видео. Это означает, что следующее будет 100-е видео. Это будет юбилей. Да, юбилей. И я надеюсь, что тогда мы сможем вернуться домой. Я тоже так надеюсь. Ну что ж, сегодня у нас интересная тема. Заветы Бога. Есть много путаницы, поэтому нам понадобится просветление Святым Духом. Давайте помолимся. Отец Небесный, еще раз благодарим Тебя за то, что Ты благословил нас и довел до сих пор. Господь, вся слава Тебе. Мы ничего не смогли бы сделать без Тебя. И мы просим Тебя снова, благослови эту дискуссию всех зрителей и слушателей. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, Мартин, почему мы говорим о заветах? Потому что это неотъемлемая часть последних дней. Потому что есть народ, который является народом Завета даже во времена, в которые мы живем. И это Новый Завет. Нам нужно разобраться в этом вопросе, потому что в нем очень много путаницы. А иногда нюансы настолько близки, что просто небольшое движение или просто немного другой акцент могут изменить всю теологию. Если мы подумаем о стихе, например, «Истинно, истинно говорю тебе, запятая, ныне же будешь со мною в раю», или «Истинно, истинно говорю тебе, запятая, будешь со мною в раю», существует огромная разница между этими двумя теологиями. У них одинаковые формулировки. Поэтому нам нужно быть очень осторожными в том, как мы взвешиваем эти истины. Да, и где ставится акцент. И какое это значение имеет для времени, в которое мы живем. Потому что одна из вещей, которую вы будете постоянно слышать о людях, утверждающих, что заповеди Божьи являются обязательными, что это законничество, потому что мы находимся под Новым Заветом. А затем, с другой стороны, услышите либерализм. И где же баланс? Надо искать ответ в Заветах. Итак, я думаю, место, что мы закончим в основном этим видео под номером 99. Потому что я надеюсь, что очень скоро мы увидим пришествие Господа. Я тоже так надеюсь. Давай зададим несколько вопросов. Какова цель Завета? В чем разница между Библейским Заветом и обычным Заветом? Как долго действует Завет? И каково обязательное требование с человеческой стороны такого Завета? Если это правильно, например, с Богом. И каково обязательство Бога по Завету? Каковы его обязательства? Итак, какова цель Завета? Библейский Завет на благо человека. Это соглашение, верно? Вам нужны две стороны, чтобы Завет вступил в силу. Вы не заключаете Завет с собой. Вы можете принять решение, но вы не заключаете Завет. В чем разница между Библейским Заветом и обычным Заветом? В основном, они должны быть ратифицированы законом. Итак, Библейским Заветом является тот Завет, что вы заключаете его с Высшим Владыкой во Вселенной. Или Высший Владыка во Вселенной заключает Завет с вами. Правильно скорее сказать так. Библейский Завет всегда инициирован Богом. Да, он всегда инициирован Богом. А обычный завет обычно появляется где-то по необходимости. Как долго действует завет? Пока он не будет приведен в негодность, или кто-то не соблюдает завет, верно? Тогда он уже недействителен. Каково обязательное требование со стороны человека? Соблюдать свою сторону. Каково обязательство Бога по завету? Соблюдать свою сторону завета. Это простая вещь, верно? Это не высшая математика. Это просто юридический процесс.
Итак, у нас есть вопрос. Почему Бог заключил заветы с людьми? Это цитата из книги «Дабы мне познать его». И она говорит, «Через преступление человек потерял свою святую невинность и отдал себя в залог сатане. Христос, Единородный Сын Божий, поклялся в искуплении человека и заплатил цену выкупа на Голгофском кресте. Он оставил мир непадшего общества святых ангелов во Вселенной Небесной, ибо он не мог быть доволен, в то время как человечество было отчуждено от него. Небесный торговец откладывает свою царскую мантию и корону. Хоть он и князь, и повелитель всех небес, он облачается в человеческую одежду и приходит в мир, испорченный и опаленный проклятием, чтобы искать единственную потерянную жемчужину, искать человека, павшего из-за непослушания. Интересно, в этой притче о потерянной жемчужине есть двойное применение. Драгоценная жемчужина, очевидно, что это Христос. Мы должны найти его, верно? Но и Христос пришел искать утерянные жемчужины своего царства. Итак, эта притча имеет двойное применение. Но инициатор, который приходит, это Бог. И он хочет восстановить те отношения, которые были у него с Адамом и Евой до грехопадения. Также важно отметить, что Бог создал человечество с особой природой. И это не была падшая природа. И это была природа по образу Бога, в гармонии с Богом. Итак, давай посмотрим на несколько библейских заветов. Был завет с Адамом. Мы читаем об этом в Бытие 3.15. Затем с Ноем и его сыновьями, с Авраамом, с Исааком, с Иаковом, с Моисеем, а потом Новый Завет, о котором мы впервые читаем в 33 главе Иеремии. Давай посмотрим на некоторые из них. Адам и Ева, Бытие 3.15. «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Упоминание о семени, которое должно поразить в голову, Павел ясно дает понять, что семя, это слово стоит в единственном числе, оно относится ко Христу. Итак, будет вражда между церковью сатаны и церковью Божьей. И она кончится ужаливанием Христа в пяту и уничтожением сатаны. Это обетование. План спасения. Все небо охватило скорбь, когда стало известно, что человек потерян. Что мир, который сотворил Бог, должен наполниться смертными существами, заранее обреченными на бедствия, болезни и смерть. И что для них нет спасения. Все семейство Адама должно было умереть. Затем мне был показан Иисус, на лице которого было выражение сочувствия и скорби. Вскоре я увидела, как он приблизился к сиянию славы, которая окружала Отца, и лучи ослепительного света сокрыли его от моего взора. Сопровождавший меня ангел сказал, он имеет личный разговор со своим Отцом. В этот момент я посмотрела на ангелов и заметила, что они были сильно взволнованы. Трижды Иисуса осенял чудный свет, окружавший Отца, и когда он вышел от Отца, можно было видеть его личность. На его лице не было прежнего выражения тревоги и скорби. Оно было спокойно и светилось той неизменной любовью и красотой, которых невозможно передать словами. Затем он возвестил всему сонму ангелов о том, что найден путь для спасения человека. Он получил согласие Отца отдать свою жизнь как выкуп за людей всего мира. Он возьмет на себя их смертный приговор, и через него они получат прощение. Взирая на его пролитую кровь и проявляя послушание закону Божьему, они смогут обрести прежнее благоволение в очах Бога и возвратиться в потерянный рай, где будут вкушать плоды дерева жизни. Итак, это история о том, как был спланирован и задуман план искупления. Проявляется сострадание. Это было не просто произвольное решение.
Это очень личное, сострадательное решение. Потом был завет с Ноем. Всегда интересно, что, кажется, есть человеческая неудача. И тогда завет должен быть обновлен, верно? Итак, допотопный мир должен был быть разрушен и заключен завет с Ноем. Бытие 6.18. «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». И сказал Бог, это Бытие 9.12, «Вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда». Здесь Бог помещает физическое знамение как постоянное напоминание о завете. И это знамение существует и по сей день, верно? Это радуга. Итак, мы должны спросить себя, в чем сходство между заветом с Ноем и заветом с Адамом? Был ли завет с Ноем только односторонним заветом? Ной должен был повиноваться, верно? Если бы он не вошел в ковчег, он не был бы спасен. И если бы он его не построил, ты думаешь, над ним не издевались? Уверен, ученые сказали ему, что потопа не будет. Это было абсолютно невозможно. Библия говорит, что на земле никогда не было дождя. А тут этот человек предсказывал невозможное. Итак, если не было дождя, то и радуги тоже не было, потому что не было призмы влаги, чтобы отражать этот свет и разбивать его на составляющие. Итак, этот завет, это завет, в котором говорится, «Я больше так не буду делать». И он не мог быть односторонним, потому что был ответный поступок со стороны Ноя. Итак, давай прочитаем об этом. Обязательство Ноя по завету. После того, как Христос описал признаки своего пришествия, Он сказал, «Когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Смотрите, бодрствуйте, молитесь». Бог всегда предупреждал людей о грядущих судах. Те, кто веровал в Его знамения и действовал с верой, повинуясь заповедям Божьим, избегали судов, постигавших непокорных и неверных. Всегда есть эта основа. Так и есть. Если вы помните предыдущее утверждение, где Иисус пошел к Отцу, это было бы подчинено Его кровью и послушанию заповедям. Адам и Ева были связаны обязательствами завета соблюдать постановления Божьи и слушать их, и не вкушать от этого конкретного дерева познания добра и зла. Но они нарушили завет. Это не сделало их законниками, чтобы соблюдать эту заповедь. Нет, конечно, нет. И было слово к Ною. «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною». Ной повиновался Богу и был спасен. И Лоту семейству было сказано, «Встань и выйдите из его места, ибо Господь истребит сей город». Лот верил в себя попечительству небесных вестников и был спасен. Был ли Лот совершенным? Нет. Он был даже очень несовершенный, верно? И даже после того, как он был спасен, ему удалось найти бутылочный прилавок в Цоаре, купить и отнести свои маленькие напитки в пещеру, а результат просто кошмарный. Но в чем была его спасительная благодать? Он доверился Богу. Он поверил. И он вышел. И он не оглядывался. Так и ученикам Христа было дано предостережение о разрушении Иерусалима. И те, кто верно истолковал знамения приближающейся катастрофы и покинул город, избежали гибели. Так и сегодня нам дано предупреждение о втором пришествии Христа и о гибели всего мира. Кто внемлет предостережению,
будет спасен. Итак, есть предупреждение, есть обязательство, есть акт послушания и есть результат. Это завет. Верно. Так как мы живем в эти дни, когда величайшее из всех произойдет величайшее разрушение всех времен, и поэтому важно, чтобы мы верили, как верил Авраам, как верил Ной, как верили ученики и повиновались. Тогда эта вера также должна перейти в практику. Верно. Ты знаешь, есть такая песня, которую мы поем. «Доверяй и повинуйся, потому что нет другого способа быть счастливым в Иисусе, кроме как доверять и повиноваться». И если вы просматриваете Библию, то вы постоянно читаете, что Святой Дух был дан тем, кто Ему повинуется. Нельзя отделять послушание от этой деятельности. Но важно, чтобы мы понимали маленькие нюансы. И мы придем к этому. И тогда посмотрим, что случилось с Авраамом. Бытие 12.1.3. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу из тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Это довольно сложная задача, верно? Отделить себя от своей страны. Это важно? Да. Почему? Потому что нормы и стандарты страны могут полностью отличаться от норм и стандартов, которые имеет в виду Бог, верно? От родства твоего, из дома отца твоего, от твоей более широкой семьи и от твоих ближайших родственников, иди в землю, которую я укажу тебе. Это трудная задача. А затем обетование в Бытие 17.7. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол». Итак, это был завет обрезания. Чей это был завет? Божий завет. Это очень важно, верно? Вы должны понимать, что когда вы читаете это, Авраам не заключал этот завет с Богом. Это сделал Бог. Итак, давай зададим другой вопрос. Делает ли Бог ошибки? Нет. Делает ли он иногда временную ошибку и должен ее исправить? Нет. Есть ли у Бога предвидение? Да. Итак, он заключил завет. Так должно быть, это был довольно хороший завет, верно? И он назывался завет обрезания. Мартин, значит ли это, что если вы сделаете обрезание своему потомству мужского пола, то этого будет достаточно? Нет. Или это означает что-то более глубокое, чем это? Да. Видите ли, многие люди, вероятно, думают, что это заменило что-то в предыдущих заветах. Но это просто продолжение обновления, как вы сказали. И как вы только что сказали, в завете всегда есть что-то более глубокое, чем просто физическое, что вы должны сделать. Он включал не только Авраама, он включал его потомство. Поэтому важно, чтобы символ был символом обрезания, который является символом обрезания сердца, который является символом того, во что вы верите и чем дорожите, как моральной ценностью, которую вы хотите передать своим детям. Точно. Итак, это весь пакет. А так, теперь женский род исключен? Нет, они часть этого, потому что даже женщины находятся в генетической системе Авраама.
а не при своих мужьях. Верно, кто определяет среди двух полов, будет ли потомство мужского рода или женского рода, отец или мать? Отец. Да, отец, потому что отец единственный, у кого есть Y-хромосома и X-хромосома, верно? Итак, женщины включены в этот завет. Они не могут быть потомками без женщин. Они не смогут быть в завете без них. Между прочим, это очень интересный момент. Потому что кто был первым, Адам или Ева? Адам. Адам был первым, верно? Были ли у Адама все генетические возможности, чтобы приспособиться к Еве? Да. У него была X-хромосома и у него была Y-хромосома, верно? Если бы Адам не был первым, а Ева была первой, обладала бы она всеми генетическими способностями, чтобы произвести Адама? Нет. Потому что у нее нет Y-хромосомы. Поэтому Адам должен был быть первым. Библия снова права, а наука, к сожалению, ошибается. Как изменился завет, когда имя Авраама было изменено на Авраам? В чем сходство и различие между предыдущими заветами, заключенными с Адамом и Ноем? Была ли жертва Исаака также частью завета? Это интересные вопросы, Мартин. Как это изменилось? Авраам. Его имя было изменено на Авраам, что означает «отец множества народов». Другими словами, завет в основном включал человечество. Верно? Я думаю, вероятно, с самого начала Бог имел это в виду. Он просто открыл объяснение завета немного больше для Авраама, потому что он сделал это. Но средства, с помощью которых он должен был размножаться, а именно его потомство, были несколько затруднены бесплодием его жены. Но это была проверка. Да, это была проверка. Бог специально подождал, пока она не сможет рождать, так, чтобы это должно было быть чудом его деяния. Хотя человечество думает, что это их рук дело. Итак, в этом завете много скрыто, верно? В чем сходство между предыдущими заветами, заключенными с Адамом и Ноем? Ной был отцом послепотопного мира. Если союз завета был заключен с Ноем, то он включал в себя все человечество, как и тот, что с Адамом. Верно. Но у Ноя не было обрезания. Итак, Мартин, что здесь происходит? Так это то, что есть переход от физической реальности к духовной реальности, а именно к сердцу. Потому что обрезание было символом обрезания сердца. Теперь мы переходим от реальности физического проявления того, что буквально Ной является отцом человеческого рода после потопа, к завету с теми, кто принимает решение в своем сердце. Большая разница, верно? И на самом деле, вы можете меня поправить, если я ошибаюсь, в некотором смысле это было то, что Бог имел в виду с первым заветом. Это должно было быть, но уже с сердцем. Это должно было быть, но не было. Другое сходство в том, что Бог снова инициировал его. Верно. А как насчет жертвы Исаака? Была ли она частью завета? Если бы мне пришлось ответить, я бы сказал, нет, она не была частью завета, но это было испытанием искренности Авраама в принятии и вере в завет. Точно так, как было его испытание с его бесплодной женой. Потому что это должно было быть через Исаака, а теперь ему пришлось пожертвовать Исааком. Это должно быть вызвало некоторый когнитивный диссонанс, верно? Но это снова показывает вам другую часть, то другой нюанс,
часть веры, которая должна проявиться в Завете. Теперь мы имеем дело с вопросом веры. Итак, Авраам является свидетелем Вселенной. Небесные существа были свидетелями испытания веры Авраама и покорности Исаака. Это испытание оказалось во много раз тяжелее того, которому был подвергнут Адам. Повиновение запрету, данному нашим прародителям, не причиняло никакого страдания. Но повеление, данное Аврааму, требовало от него в высшей степени мучительной жертвы. Все небо с удивлением и восхищением наблюдало за безоговорочным повиновением Авраама. И когда Авраам остался верен Богу, все небо ликовало от радости. Таким путем выявилось, что обвинения сатаны были ложны. Бог сказал своему рабу: «И теперь я знаю, что боишься ты Бога, и, невзирая на все обвинения сатаны, не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Завет Божий с Авраамом, скрепленный клятвой перед жителями других миров, говорит о том, что послушание вознаграждается Богом. Опять же, у нас был элемент послушания, но он должен был рационализировать это. Он должен был сказать себе: «Бог обещал мне потомство через этого ребенка. Бог требует жертвы этого ребенка. Поэтому я верю, что Бог верен и не будет лгать мне. Я должен ожидать какого-то чуда, и Бог его воскресит». А затем он действовал согласно этого, и его вера вменилась ему в праведность. Вы знаете, что я думаю? У нас много всего происходит в наши дни. В мире много чего происходит. И многие люди в замешательстве. Если мы поверим, как Авраам, в Бога, какими мрачными бы ни были обстоятельства, Он позаботится о нас. Все верно. И в некотором смысле Он приводил в действие план спасения. Потому что мы читаем в книге Бытие, 22 глава, стиха 5. «И сказал Авраам отрокам своим: „Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам“». Это говорит нам, что он верил, что даже после жертвоприношения Бог вернет Исаака, верно? «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». Это символ Христа, несущего ради нас крест. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. Он сказал: „Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения“. Авраам сказал: „Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой“. И шли далее оба вместе. Здесь была мини-инсценировка плана спасения. И интересно, что здесь в версии короля Иакова говорится: «Бог сам усмотрит агнца». Если вы возьмете новую версию перевода короля Иакова, она полностью разрушает этот стих. Там говорится: «Авраам сказал: „Сын мой, Бог усмотрит для себя агнца“». Нет, Бог не для себя усматривает агнца. Он усматривает агнца для нас, для грешников, потому что зачем ему усматривать агнца для себя, если он безгрешен? Это совершенно нелепо. Но именно поэтому иногда вы должны убедиться, что читаете то, что имеет смысл. Христос лично представляет себя Аврааму. Хотя этот завет был заключен с Адамом и возобновлен с Авраамом, все же он не мог быть утвержден до смерти Христа. Вот почему у вас есть эта красивая типология там. Он был обетованием Божьим с тех пор, как было дано первое указание относительно искупления. Он принимался верой, однако утвержденный Христом, он стал называться Новым Заветом. Итак, то, что мы читаем здесь, Мартин, что на самом деле нет разницы между заветом Адама и Авраама.
но он должен был быть одобрен смертью Христа. Итак, осуществление плана спасения было проблеском в будущее. И теперь, когда Христос был там физически, нюанс немного изменился. Он стал исполнением сущности. Закон Божий служил основанием этого завета, который является ничем иным, как необходимой мерой, который должен был вернуть людей в гармонию с божественной волей, чтобы они могли повиноваться закону Божьему. Если бы люди в соответствии с заветом Авраама не могли соблюдать заповеди Божьи, каждый из нас погиб бы. Насколько трудно было Аврааму соблюдать заповедь «Возьми сына твоего, единственного сына твоего», хотя это был не единственный его сын, но он был его сыном, первым в превосходстве. «Возьми его и принеси в жертву». Это сложное повеление для выполнения, определенно. Это сложнее, чем не есть от этого дерева, да? Это определенно тяжело, верно? Это имеет большие последствия, как нам известно. Итак, он сделал это. Итак, смог ли он соблюсти это? Мог ли он соблюсти это повеление Бога? Да, он сделал это, верно? Сколько веры он должен был иметь? Полноту. Полноту веры. Он, должно быть, ожидал, что Бог сдержит свое обещание и воскресит Исаака. Хотя Бог никогда не говорил, что он воскресит его, но он сказал, что его семя будет через Исаака. И поэтому это было логическим следствием. Итак, завет Авраама есть завет благодати и милости. Благодатью вы спасены. Непослушные дети? Нет, послушные всем его заповедям. Безоговорочное послушание Авраама стало одним из самых ярких и поразительных примеров веры и упования на Бога, которые только можно найти в священной летописи. Вестники Божьи сегодня нуждаются в такой же вере и уверенности, которую имел Авраам. Мартин, я получаю очень много писем и сообщений. И я уверен, что ты тоже. От людей, которые спрашивают, что мы должны делать сейчас? Бог сказал так, а теперь мне говорят иначе. Что мне делать? Мне нужно спасти свою семью. Мы должны практиковать веру Авраама, верно? И понять, что, как бы ужасно это ни звучало, Бог обещал позаботиться о нас. Верно? Это тяжело. Но было обетование, что это случится. Давай перейдем к завету с Моисеем. Потому что каждый раз, когда мы видим небольшой нюанс, добавленный, верно, мы не увидели изменений. Если вы посмотрите на... Ну, некоторые люди могут сказать, хорошо, обрезание — это другой завет, чем завет с Адамом. Нет, это все еще был завет послушания. Он один и тот же, но было включено сердце. Итак, давай перейдем к Моисею. «И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим и Иегова не открывался им». Итак, что это значит, Мартин? Что это означает, что Аврааму, Исааку и Иакову была дана эта картина Бога как всемогущего правителя Вселенной? Всемогущий правитель Вселенной сказал, «Я хочу, чтобы вы сделали это», и они делали это. А здесь он говорит, «Я изменил это сейчас. Я пришел к тебе, Моисей, с моим личным именем». Это то, что мы делаем среди друзей, верно? Если ты получаешь официальное письмо от какой-то компании, говорят, «Мистер Смит, у нас есть кое-что, что мы хотим обсудить с вами». Они не говорят, «Привет, Мартин». Это бы не сработало, верно? Итак, здесь он открывается с личным именем.
И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, «Я Господь». Итак, вот имя Яхве, личное имя. «И выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Его личное имя. Итак, это тот же завет, который он собирается вести в действие, но он подошел немного ближе, в личном плане. Он представляет себя немного по-другому. Почти на самом деле, и так же, как он был с Адамом. Итак, в чем сходство с предыдущим заветом? Условный аспект Синайского завета идентичен намерению условных утверждений завета Авраама, который явно является заветом благодати. Так говорят Герхард Хазел и Михаил Хазел в этой книге «Вечный завет Бога». Итак, с Авраамом у нас был элемент благодати и сердца, теперь у нас есть личный завет. Условия не изменились, просто отношения стали ближе. Кто дал закон Моисею? Это был Христос. Во всех этих откровениях божественного присутствия слава Божья проявлялась через Христа. Не только при пришествии Спасителя, но на протяжении всех веков после грехопадения и обетования искупления Бог был во Христе, примиряющий мир с собой. Цитируется 2 Коринфянам 5:19. Христос был основанием и центром системы жертвоприношений, как в патриархальную, так и в иудейскую эпоху. Именно Сын Божий дал нашим прародителям обетование искупления. Это Он открылся патриархам. Адам, Ной, Авраам, Исаак, Иаков и Моисей поняли Евангелие. Прообразно, конечно. Они ожидали, что спасение принесет тот, кто будет заместителем и гарантом человека. Эти святые мужи древности имели общение со Спасителем, который должен был прийти в наш мир в человеческой плоти, и некоторые из них беседовали с Христом и небесными ангелами лицом к лицу. У нас есть многочисленные примеры Библии. Христос не только направлял евреев в пустыню, будучи ангелом, в котором было имя Иеговы, и который, облеченный облачным столпом, шел впереди народа. Он был и тем, кто дал закон Израилю. Окруженный грозной славой на Синае, Христос в присутствии всего народа провозгласил 10 заповедей закона своего Отца. Он вручил Моисею закон, начертанный на каменных скрижалях. Мы читаем это в книге «Патриархи и пророки». Но люди спросят, откуда мы знаем, чтобы это был Иисус, а не Отец? Потому что в Библии очень ясно сказано, что Иисус был Словом. И если это был Отец, который говорил, Библия очень конкретно говорит об этом, как при крещении Иисуса. А остальное все было создано им и для Него, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Верно? Это библейская заповедь. Очень красиво. Итак, это только подчеркивает божественность Христа. Именно так. Именно поэтому вы найдете это в первых строках Евангелия от Иоанна. Закон есть особый образ жизни Бога в рамках завета между Ним и человечеством. Это было там с самого начала.
было повеление, и его нужно было соблюдать. Таким образом, Божий завет с его законом вместе составляет Божье средство поддержания своего народа в состоянии искупления. Они остаются в этом состоянии не потому, что повинуются закону своей собственной силой или дисциплиной, а скорее благодаря постоянному присутствию Бога. Это очень важная истина. Сила и действие благодати и милосердия в их жизни, позволяющие им повиноваться Ему. Откуда берется возможность повиноваться Ему? От Бога. Послушание или закон – это акт веры, посредством которой верующий исповедует свою любовь и верность Богу. Подлинная вера производит послушание. Авраам послушался гласом моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои. Павел правильно утверждал, что соблюдение закона является плодом правильных отношений с Богом, а не средством заработать или заслужить правильные отношения с Богом. Толкование Павлом книги Левит 18.5 соответствует исходной установке текста. Закон был дан людям завета после их искупления из Египта. Цитируется книга Левит. Не как моральное препятствие, которое необходимо преодолеть, или как похвальную деятельность, которую необходимо совершить, если они хотят спастись, а как описание мотивированного любовью образа жизни искупленных Богом людей. Я не думаю, что можно сказать это лучше. Это удивительно. Вот почему Бог говорит: «Помни». Он не сказал: «Сделай это, и тогда я сделаю кое-что для тебя». Он спас их и сказал: «Помни, почему я спас. А теперь покажи мне это своим послушанием». Он использует слова самого Моисея из книги Левит 18.5, чтобы напомнить законникам, что хотя праведность приходит через веру, это вера, которая возникает и проявляется в послушании. В послании к Римлянам сказано: мы не уничтожаем закон верою, не дай Бог, мы утверждаем закон. Но такое послушание верующий не в состоянии оказать без посторонней помощи. Это очень важно, Мартин. Без действенной благодати, дарованной Богом через Святой Дух. Таким образом, это свидетельствует о том, что путь спасения в Ветхом Завете и путь спасения в Новом Завете одинаковы, и оба они представляют собой спасение по благодати через веру, которая приводит к послушанию. Я думаю, что это очень хорошо описано в этой книге двумя Хазелами, отцом и сыном. Отец уже ныне почил, но я думаю, что это подводит итог довольно хорошо. Итак, когда закон был помещен в ковчег Завета, затем это говорит вам, что это сердце правления Бога, верно? Второзаконие 10.2. «И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положил их в ковчег». А затем был церемониальный закон, о котором мы читаем во Второзаконии 31.26, который написал Моисей, и там сказано: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Итак, церемониальный закон был помещен сбоку, а 10 заповедей были помещены внутри ковчега. Мы были защищены от осуждения закона этим престолом умилостивления, который является престолом Бога. Если мы читаем дальше из книги Хазала, там говорится: «Суббота — это знак завета с тремя временными измерениями. Она имеет значение здесь и сейчас, она размышляет о прошлом и устремляется в будущее. Она отражает то, что она была учреждена при сотворении и является памятником сотворения Богом этого мира. Она говорит что-то важное, относящееся к деятельности Бога в настоящем, подтверждая знак завета в жизни тех, кто признает Бога своим Господом, что они приняли Его светлость и искупление, и что они живут так, как живут Его силой». Затем суббота достигает конечного будущего, находя свое полное исполнение в плане спасения,
когда будет испытана полная неограниченная свобода и окончательное искупление. Суббота связывает творение с новым творением. Цитируется Бытие и Исаии. Итак, очень важно, чтобы мы понимали субботу, потому что она часть завета, она часть десяти заповедей, она сердце завета, и она имеет печать Бога. На ней есть печать Его власти. Почему? Потому что Я — Создатель. Я тот, кто создал небо и землю. И поэтому Я положил начало седьмому дню, субботе. И это очень важно, что вы только что сказали. Бог положил начало завету. Он написал 10 заповедей. Кто может убрать что-нибудь из этих заповедей? Никто. Никто. А если вы это делаете, тогда это наглость в высшей степени. Книга Исход, 25 глава, стих 9, говорит о скинии, которую нужно было сделать. «Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Итак, земное святилище служило прообразом плана спасения. И это была копия Дома Божьего на небесах. Верно. Здесь были земные священники, которые служили, но на небесах был лучший священник, который служил. Так и завет стал скорректирован, скажем так. Есть корректировка, и очень важно, чтобы мы понимали эту корректировку. Итак, давай посмотрим на корректировку, Мартин. Новый Завет. Впервые мы читаем, что Бог заключил Новый Завет в книге пророка Иеремии. Интересно, что здесь опять же было разрушение. Иеремия предупреждал, что придет Навуходоносор и разрушит Иерусалим и храм, верно? И все же он предсказывает Новый Завет. Теперь, почему он был разрушен? Потому что они нарушили Старый Завет. Была ли суббота решающим фактором в нарушении Завета? Да. Мы читаем об этом в книге пророка Иезекииля, верно? Вот почему, когда евреи вернулись, они установили очень много строгих правил, чтобы никто больше не нарушал субботу. И по этим строгим правилам они и нарушали субботу. Именно. Они сделали это человеческим делом, а не делом отношений. Итак, если вы вынете сердце и сделаете его правилом плоти, то в конечном итоге вы снова распнете Бога, верно? Итак, в чем же нюанс? Давай прочитаем это. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Здесь выделено жирным шрифтом. «Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, то завет мой они нарушили». Кто нарушил завет, Мартин? Они, не Бог. «Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь». Да, и он делает это снова. «Я вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга и брат брата говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от мала до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Итак, Мартин, вот и Новый Завет. И он определенно не соответствует завету, который я заключил с отцами их. Но я Господь, я не изменяюсь, так что теперь что вы делаете? Сделали он ошибку в предыдущем? Тогда он сделал ошибку повторением, потому что он заключил его с Адамом, заключил его с Ноем, заключил с Авраамом, Исааком и Иаком, а затем он заключил его с Моисеем,
А теперь он обещает Новый Завет. Потому что он сделал ошибку, он ошибся. Бог явно ошибся, верно? В основном это то, чему учит современная теология, что Бог ошибся. Это то, что вы слышите по всему миру. Но это просто невозможно. Бог не ошибается. Итак, мы должны быть очень уверены и уверены в том, почему это не соответствует завету, который он заключил с их отцами. Мы должны немного углубиться в это, чтобы мы могли понять. Итак, почему он называется Новым Заветом? Давай послушаем, что говорят об этом хазгалы. Мы должны быть осторожны, чтобы не накладывать современные значения на библейское использование, когда дело доходит до понимания намерения и дизайна библейского языка. Термин «новый» по отношению к Новому Завету в Иеремии 31:31 — это еврейский термин «кадас». Это еврейский термин означает часто «обновлять» или «восстанавливать» что-то новое, чего еще не было в том же качестве или способе раньше. Отражая оба смысла, Новый Завет — это просто обновленный или восстановленный завет, который также теперь имеет характеристики, отличные от прежних. Бог говорит не о новом законе, а о новом завете. Это очень важно. Мы должны понимать, что Бог никогда не ошибается. Если есть ошибка, это с нашей стороны, верно? Он никогда не меняется. Итак, здесь он обновляет завет, что означает, что завет не изменился, но условия, в которых он применяется, они меняются. Давай посмотрим на это немного подробнее. Давай перейдем к посланию к евреям, если нужен более полный анализ. То существует серия видео «Сущность и тень». Вы можете посмотреть 8 главу, мы говорим об этом. Вот небольшой отрывок из 8 главы послания к евреям 6 стиха. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучше он ходатайств завета, который утвержден на лучших обетованиях». Итак, завет сейчас лучше, и он основан на лучших обетованиях. Был ли старый завет плохим? Нет. Он выполнил цель в рамках представленных ему возможностей. Но они не могли превзойти эту способность, потому что они были просто прообразными, они показывали наперед. Давай посмотрим на стих 7. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Вопрос. Имеет ли он недостаток? Нет. Он не имел недостатка, но здесь сказано, что он имел недостаток. Только в применении был недостаток, потому что у него были определенные ограничения. Не по вине Божьей. Это очень важно. Не со стороны Бога был недостаток. Верно. Итак, завет был совершенен для того, для чего он был предназначен. Но он имел недостаток из-за человеческого элемента. Но пророк, укоряя их, говорит, порицал ли он завет? Нет. Он укорял их, тех, которые должны были соблюдать завет. Он говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Кто инициирует этот новый путь? Снова Бог. Аннулирует ли он все и извиняется? О, все было не так. Очевидно, нет, верно? Дело в том, что многие люди хотят сказать, что они не смогли сохранить завет, поэтому он изменил его. Но это не может быть правдой. Потому что зачем Богу что-то давать, если он знает, что вы не можете этого сделать? В любом случае, Авраам — отец верующих, потому что он соблюл завет, согласно Библии. Давай просто сломаем этот стереотип. Ветхий завет был двусторонним заветом, с которым согласились все люди. Мы читаем об этом в Исход, глава 19. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, — это говорит Бог, —
то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. «И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь». А затем стих 8. «И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу». Итак, это был двусторонний завет. Здесь было заявление другой стороны завета, в котором говорилось, «Все, что сказал, исполни». Они сделали это очень хорошо, верно? Да, прошло совсем немного времени, и они уже сделали тельца. Моисей вернулся, чтобы передать слова Господу, и пока он этим занимался, они сделали золотого тельца и нарушили завет. Итак, в чем же находится недостаток? Не в завете. Недостаток не был в завете, он был в людях. Итак, нужен был новый завет. Мы узнаем, что и новый завет такой же, как ветхий. Давай прямо сейчас скажем это. Давай перейдем к стиху 9, послание к евреям. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их». Это то, что он сказал, верно? «В то время, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем». Они не смогли соблюсти его. Они не смогли выполнить свою часть сделки. «И я принёк их, — говорит Господь, — и они не могли соблюсти его, потому что он имел слишком строгие условия с Божьей стороны? Нет, из-за их падшей плоти, с которой они боролись, из-за их неверия». Да, наш вопрос, чем он отличается? Он основан не на том, что мы обещаем, а на том, что Бог обещает. Давай прочитаем это в стихе 10. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней». Он цитирует пророка Иеремию. «Я, ты видишь, насколько это важно? Я, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, и я напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Вот завет, который я завещаю им после тех дней, говорит Господь, я вложу законы мои в сердца их, и в мысли их напишу их». Теперь к вам приходит этот личный Бог и говорит, «Я вижу слабость человеческой плоти». Ты можешь обещать сколько угодно, но я вижу, что ты просто не способен его исполнить. Поэтому я сделаю это в тебе. Итак, кто это делает? Иисус. Через его духа. Изменился ли завет? Нет. Завет тот же самый. Иисус тот, кто приводит в действие его в человечестве. Завет, который у нас был ранее, он не изменился. На самом деле, они должны были в любом случае иметь свою веру в Иисуса, отношение к которому завет демонстрировал. Теперь Бог инициирует эту часть. Это очень важно, потому что мы подходим к концу истории этого мира. Нам очень уместно сказано, что только те, кто имеет веру Авраама, сделают это, верно? Итак, мы должны понять это. Если мы посмотрим на Ветхий и Новый Завет, то Ветхий Завет был основан на добрых обетованиях, но Новый Завет основан на лучших обетованиях. Не потому, что Бог совершил ошибку, а потому, что Он выполнил свою роль в течение времени, когда Он был инициирован. Потому что предыдущий, хороший, появляется до Христа. После того, как Он выполнил эту часть завета, теперь Новый Завет показывает нам, что Он снова придет. Верно. Давай посмотрим на это. Есть Ветхий Завет. Он был заключен земной церковью и нацией, буквальной нацией перед Богом.
Это связано с избавлением из Египта. Речь шла о земном Ханаане, куда они отправились. Он включал земное святилище с земными священниками. Он касался земного Иерусалима. И это был завет смерти, потому что все эти священники были смертными и должны были умереть, и должны были быть заменены, верно? Лучший завет заключен с небесной церковью. Это очень важно. Другими словами, те, кто во Христе, являются семенем Авраама и наследниками по обетованию. Итак, это небесная церковь, и это избавление от греха. Новый Завет включает в себя небесный Ханаан, а не земной Ханаан. Сколько людей хотят земного Ханаана, Мартин? Большинство. Вся система основана на земном Ханаане. Нам нужно спасти планету, потому что это будет единственный Ханаан, которым когда-либо узнаем. Нам лучше получить его прямо сейчас и принять законы, касающиеся изменения климата. И мы лучше послушаем, что папа скажет по этому поводу, верно? Но новый включает в себя небесное святилище, небесный Иерусалим, небесного священника. Он основан на бессмертии, потому что тот священник никогда не умирает, он автор жизни. Итак, Новый Завет лучше Ветхого. Да, в этом виде, потому что это суть обетования. Было обетование, а суть этого обетования — Иисус Христос. И это приводит нас к временам, в которых мы живем. У нас только что была серия видео, где мы рассматривали события, которые происходят при пришествии Христа. И что будет происходить, верно? Были те, кто были искуплены, и те, кто не был искуплен. Нам нужно понять, как это работает. Итак, мы читаем книги «События последних дней». Господь по своей великой милости послал своему народу через проповедников Вагонера и Джонса весьма важную весть. Эта весть должна была в еще большей степени запечатлеть в людях образ распятого Спасителя, его жертву за грехи всего человечества. Главная ее сущность — оправдание через веру в Поручителя, призывая всех принять праведность Христа, которая состоит в послушании всем заповедям Божьим. Это блестяще сказано. Весть о праведности по вере является неотъемлемой частью. Это суть вести третьего ангела. Весть третьего ангела говорит: не принимайте начертания зверя. Другими словами, не слушайте папскую власть, слушайте Божью власть. И поскольку в четвертой заповеди заключена власть относительно того, кто обладает юрисдикцией над небом и землей, вопрос празднования субботы и воскресенья становится очень важным моментом, верно? Как это? Оправдание через веру. Это очень важно. Видишь ли, послушание, которое демонстрировали люди, всегда было послушанием, возможным через Христа, присвоенным через веру. Итак, давай посмотрим на это. Что такое оправдание верой? Это Божье дело, повергающее в прах человеческую славу. Я не думаю, что многие люди будут довольны, услышав это, верно? Это очень красиво сказано. Мы не так умны, как думаем. Именно. Это Божье дело, повергающее в прах человеческую славу и совершающее для человека то, что он не в силах сделать для себя. Когда люди видят свое ничтожество, они готовы облечься в праведность Христа. Когда они начинают хвалить и превозносить Бога весь день, тогда, созерцая, они превращаются в тот же образ. Что такое восстановление? Это открывает человеку, какова его собственная истинная природа, что сам по себе он ничего не стоит. Это совсем не популярная весть. Этим уроком вы никогда не научились. О, если бы ты мог осознать ценность человеческой души. Звучит как противоречие с точки зрения того, что ты бессилен.
Но ценность подобна драгоценной жемчужине. Какая весть этого мира? Поверь в себя. Следуй за своим сердцем. Это то, что говорит мир. Да, это то, что говорит мир. Итак, как согласовать это? На самом деле, в чем ценность человечества? Ценность человечества заключается в том, как они были созданы изначально, по образу Божьему. Они потеряли славу. Они потеряли одежду света. Они стали подвержены смерти. И если бы они не были искуплены, они были бы уничтожены навсегда, верно? Итак, ценность в том, что их можно восстановить до исходного положения. Кто делает это? Христос. Но человек говорит, я хочу это сделать сам. Я хочу сам это сделать. Итак, это не сработает. Это спасение по вере, а не спасение по делам. А теперь давай распакуем это. Мысль о том, что праведность Христа вменяется нам не из-за каких-либо заслуг с нашей стороны, а как безвозмездный дар от Бога, является драгоценной мыслью. Теперь послушайте внимательно. Враг Бога и человека не желает, чтобы эта истина была ясно представлена, ибо он знает, что если люди получат его во всей полноте, его власть будет сломлена. Мартин, кто может сломить силу сатаны? Только Христос. Да, только Христос. Если он сможет контролировать умы, так что сомнение, неверие и тьма составляют опыт тех, кто называет себя детьми Божьими, тогда он сможет победить их с помощью искушений. Эту простую веру, которая верит Богу на слово, следует поощрять. Божий народ должен иметь ту веру, которая хватится за божественную силу, потому что благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, это Божий дар. Цитата Ефесянам 2:8. Те, кто верят, что Бог ради Христа простил их грехи, не должны из-за искушения упустить возможности не подвязаться добрым подвигом веры. Их вера должна укрепляться до тех пор, пока их христианская жизнь, а также их слова не заявят, что кровь Иисуса Христа очистит нас от всех грехов. Итак, кто очищает? Иисус. Это также важно для нашего времени, потому что сомнение, неверие и тьма поглотят вас. Мы живем в эти дни, поэтому очень важно показать нам все это. Откуда вообще вера? Хорошо, Мартин. Верил ли Авраам обетованием Божьим? Да. Он пошел и принес жертву Исаака. Он на самом деле не принес его в жертву, потому что этого не требовалось, но это было в его сердце, чтобы сделать это, верно? Он уже принес его в жертву верой в своем уме. Нам нужна эта вера в то время, в которое мы живем, верно? Итак, давай определим. Вот еще цитата. «Работа по преодолению в наших руках». Но Новый Завет говорит, «Я напишу это в твоем сердце». Он сделает это. Но мы не должны побеждать своим именем или силой. В этом и есть суть дела. Вот почему это праведность по вере. Ибо сами по себе мы не можем соблюдать заповеди Божьи. Мартин, это тот небольшой нюанс. Это смещение акцента. Вот в чем суть дела. Я не могу соблюдать заповеди Божьи. Теперь законник крикнет и скажет, капитуляция. Нет. Там ясно сказано, что я не могу сам по себе соблюдать заповеди Божьи. Дух Божий должен помогать нашим немощам. Христос стал нашей жертвой и поручителем. Он стал ради нас грехом, чтобы мы могли стать в нем праведностью Бога. Через веру в Его имя Он меняет нам свою праведность, и она становится живым принципом в нашей жизни. Христос меняет нам свой безгрешный характер и представляет нас Отцу в своей чистоте. Итак, мое совершенство — это совершенство во Христе. Как мы уже читали ранее, вы должны возложить свою веру на Христа.
Он на самом деле инициирует и эту веру. И тогда оттоком из этого будет послушание заповеди. Ага! Не я могу похвастаться тем, что стал послушным. Единственное, чем я хвастаюсь, это то, что Христос во мне привел меня к повиновению. Не потому, что Он принуждает или заставляет меня, но потому, что я добровольно подчинился Его воле. Когда Иосиф столкнулся с женой Потифара, его слова были: «Я не могу совершить этот великий грех против Бога». Итак, это его личная заслуга, но силой Бога в нем ему удалось избежать этого. Но и там он потерял свой плащ. Но это был только плащ. Христос придает большое значение послушанию своих детей заповедям Божьим. Об этом ясно сказано в Библии. Они должны иметь разумные знания о них и использовать их в своей повседневной жизни. Человек не может соблюдать заповеди Божьи, разве только он во Христе и Христос в нем. Итак, единственный способ соблюдать их – это если Христос работает внутри меня. Это очень тонкое различие. Это не вопрос: «О, так вы говорите, что не можете их соблюсти». На самом деле, да, я говорю, что не могу их соблюсти, но если Христос работает во мне, я могу. Нет, я должен соблюсти. Согласен, вы должны, потому что если вы верите в Него, вы не можете делать ничего другого. Как мне присвоить эту силу? Через веру. Через веру. Давай прочитаем это снова. «Человек не может соблюдать заповеди Божьи, разве только он во Христе и Христос в нем». Тогда он сможет это сделать, верно? Невозможно ему быть во Христе, имея свет относительно его заповедей, и пренебрегать малейшей из них. Непоколебимым добровольным послушанием его слову они доказывают свою любовь к ниспосланному Богом. Действие извне точно такое же. Законнику оно кажется совершенным. Когда фарисеи соблюдали заповеди, но они не касались сердца. Они не написаны в сердце. Это внешние действия, направленные на удовлетворение плоти. И именно здесь возникла проблема с израильтянами. И это была проблема с Ветхим Заветом. Они соблюдали их как традицию, а не как сущность веры. Непоколебимым добровольным послушанием Его Слову они доказывают свою любовь к ниспосланному Богу. Не соблюдать заповеди Бога значит не любить Его. Никто не будет соблюдать закон Божий, если не будет любить единородного от Отца. Тем не менее, конечно, если они любят Его, они выразят эту любовь в послушании Ему. Все любящие Христа будут любимы Отцом, и Он явится им. Во всех их чрезвычайных ситуациях и затруднениях у них будет помощник в Иисусе Христе. Это Новый Завет. Точно так же, как у Адама и Евы было испытание, и как у Авраама было испытание, и точно так же, как у детей Израиля было испытание, так и у Божьего народа в конце времени тоже будет испытание. Мы знаем, что это за испытание. Все началось с испытания на аппетит. И мы очень четко повторяем это испытание в книге Даниила, которая является прообразом конца. Итак, аппетит будет испытанием. А затем полное послушание всем требованиям Бога будет испытанием, кульминацией которого станет испытание авторитетом, которое является начертанием зверя. Давай двигаться к этому. Итак, Бог испытывает всех, как Он испытал Адама и Еву, чтобы увидеть, будут ли они послушны. Наша верность или неверность решит нашу судьбу. Со времен грехопадения Адама люди во все времена извиняли себя за то, что грешили, обвиняя Бога в своих грехах, говоря, что они не могут соблюдать Его заповеди. Это инсинуация сатаны, брошенная на Бога на небесах. Но заявление о том,
Я не могу соблюдать заповеди, никогда не нужно предъявлять Богу, ибо перед Ним стоит Спаситель. Следы распятия на Его теле, живое свидетельство того, что закон может быть соблюден. Дело не в том, что человек не может соблюдать закон, а в том, что они не будут. Бунт. А плод Духа — послушание. Потому что у всех есть возможность верить, что Христос может действовать в вас и помогать вам соблюдать заповеди. Но, Мартин, ты никогда не дойдешь до того, чтобы хвастаться и говорить: «Ага, я добился», потому что тогда ты обязательно падешь. Есть работа, которую должен выполнить каждый из нас, если мы хотим спастись в вечном мире. Но в то время как мы должны со своей стороны делать то, что Бог дал нам делать, мы должны понимать, что, сделав все, мы были бы далеки от спасения, если бы Господь со своей стороны не сделал то, что ограниченный грешный человек не может сделать для себя. Ты видишь тонкую разницу в мышлении? Да. Путь самонадеянности очень близок к пути веры. Это просто небольшое изменение сознания. Рим говорит, что верить в оправдание только вера — это анафема, потому что не верят, что это исключает послушание, которое очень важно. Протестанты говорят: анафема не верить, что спасение только по вере, потому что послушание всегда может быть только результатом, а не средством к спасению. Это довольно тонкое различие, но в результате они убивали друг друга на протяжении тысячелетий. К сожалению, с протестантской стороны это переместилось в другую сторону, где они теперь говорят, что заповеди не могут быть соблюдены. Итак, они с ними покончили. Религиозная жизнь полностью зависит от смешения человеческих и божественных сил. Человек должен совершить свое собственное спасение, но он не может сделать это без божественной помощи. Это суть. Итак, Мартин, когда ты однажды будешь запечатлен и не будет больше посредника, тот факт, что ты запечатлен, является актом божественной помощи. Верно? Это не значит, что ты что-то делаешь или можешь что-то сделать. Это все Христос. Это просто означает, что ты подчинился до такой степени, что можешь быть защищен, даже если для этого потребуется все ангельское воинство. И хотя Христос заплатил бесконечную цену, чтобы спасти души людей от вечной гибели, Он не сделает той части работы, которую должен был выполнить человек. Мы должны жить верой. Нами должны управлять не импульсы чувства, а принципы закона Божьего. И они должны управлять нашей жизнью. Пока мы смотрим на Иисуса, как на источник всей силы, мы не потерпим неудачу, а получим помощь в любое время, когда это необходимо, потому что это Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Это когда тонкая грань различия. Я полагаюсь на Христа, чтобы исполнить то, что я своими собственными силами никогда не смогу. Ты знаешь, Мартин, Библия называет это тайной спасения. Колоссянам 1:26. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его. Те, кто имеет веру Авраама, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников. И вот в чем суть. Которое есть Христос в вас, упование славы. В этом сила, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Итак, это подводит нас к вести третьего ангела, противопоставление начертания зверя и печати Божьей. Мы приближаемся к последним событиям, нам нужны правильные отношения и правильная вера. Весть третьего ангела истинна.
Несколько человек написали мне, спрашивая, является ли весть об оправдании веры вестью третьего ангела. И я отвечала, это воистину весть третьего ангела. Что это значит? Полнота, абсолют, безусловность – это сущность. Не принимать начертания зверя – это праведность по вере? Да. Потому что послушание, которое от вас требуется, является совершенным признаком либо вашего подчинения Христу, чтобы Он мог действовать внутри вас, либо вашего бунта. Вот почему это праведность по вере. Итак, 14 глава, стих 9, мы читаем, «И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою». Это очень важно. «Тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». Итак, очень важно, чтобы это начертание зверя было на челе или на руке. Если мы обратимся к книге Второзакония и посмотрим на закон Божий, говорится в стихе 18, «Итак, положите сии слова мои, это 10 заповедей, в сердце ваше и в душу вашу, и навяжи их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими». Итак, здесь нет «или», здесь есть только «и». Мартин, если мы доведем это до заповеди о субботе, Исход 31 глава, «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение, начертание между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас». Здесь мы имеем две конфликтующие идеологии. Одна — удовольствие от того, если ты делаешь то, что тебе говорят, тогда это начертание на твоей руке, или вы даже можете быть убеждены, что правильно бунтовать против Бога, тогда это у вас на челе, но Бог хочет и того, и другого. Он хочет, чтобы ваше послушание было добровольным послушанием, потому что вы убеждены, и потому что вы послушны. Ваше послушание на самом деле является следствием вашей убежденности. Верно, это праведность по вере. Вот что это. Итак, вот интересный стих в книге Исфирь, глава 8, стих 2. «И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана и отдал его Мардохею. Исфирь же поставила Мардохея смотрителем над домом Амана». Это очень интересная типология. Царь отдал свой перстень с печатью, свой знак власти. Если вы посмотрите на это слово «печать», вы увидите в нем слово «знак». Так, у вас есть печатка и есть знак. Это знак его авторитета или власти. Перстень был там, вы поставили печать на то, что вы это сделали. Этот перстень был отдан Аману. Царь снял перстень с печатью и передал власть земному властителю и сказал, «Здесь у тебя есть полная власть». Итак, он тип царя небесного, Бога Отца, и земной царь, получивший эту власть. Но в данном случае царь является символом другой силы, дающий власть земной власти, и он должен использовать эту власть, потому что он хотел использовать эту власть, чтобы уничтожить Божий народ. Есть еще один земной царь, у которого есть перстень с печаткой, властью дракона, который дает ему свой престол с великой властью, и он хочет использовать этот перстень, эту печать, чтобы проявить свою власть над Божьим народом. Что с ним произойдет? Ситуация изменится, и Аман будет висеть на этой виселице. Царь взял перстень, который он взял у Амана, и отдал его Мардохею. Есфирь была прообразом церкви, поставившей его над домом. Итак,
праведность, истинный знак, истинная печать будет дана победителям. Причина, по которой вы соблюдаете, это очень важна. Вы соблюдаете его из-за страха или на руку, или вы соблюдаете его из любви и на руку. Откровение 14:12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру Иисуса. Если в вас не действует Христос, то соблюдение заповедей Божьих бесполезно. Фарисеи пытались сделать это, но это был провал. Вот цитата из книги «Свидетельство служителям». «Ангелы Божьи исполняют Божьи указания, удерживая ветры земли, чтобы они не дули ни на землю, ни на море, ни на какое дерево, пока слуги Божьи не будут отмечены печатью на своем челе». Видно, как от восхода восходит могущественный ангел. В руках этого могущественного ангела печать живого Бога, единственного, который может дать жизнь, кто в состоянии отметить надписью или печатью чело тех, кому будет дарована вечная жизнь или бессмертие. Слышен голос этого могущественного ангела, имеющего власть повелевать четырем ангелам, чтобы те удерживали четыре ветра, пока эта работа не будет завершена и пока он не даст повеление освободить ветры. Мы живем в это время. Ветры начинают дуть. И когда эти ангелы высвобождают эти ветры, очень важно, чтобы вы были запечатлены. Где? На челе. Это ваши лобные доли. Где принимаются ваши решения? Праведность по вере, повергая человеческую славу в прах. Другими словами, подчиняя силе Христа, чтобы она произвела в вас то, что вы не в состоянии сделать сами. И это действие веры. Сердце Нового Завета, но также и сердце всех заветов, никогда не менялось. Закон Божий. Адвентистам седьмого дня предстоит серьезная подготовительная работа. Скажу лишь, что не только адвентистам. Но здесь, в частности, они упоминаются, потому что, опять же, подобно детям Израиля, они часто думают, что должны делать это своими собственными силами. И так же, как и Израиль, они как пример миру. Если бы они твердо стояли перед трудным испытанием, которое прямо перед ними, если они хотят остаться верными Богу в смятении и искушении последних дней, они должны искать у Господа в смирении сердца мудрости, чтобы противостоять обманам врага. Мартин, во время, в которое мы сейчас вступаем, нам очень нужно это смирение сердца. И нам нужно стоять на коленях, искать мудрости. Потому что вокруг нас обман, разногласия, которые мы слышим в СМИ, и даже в наших собственных рядах, должны заставить нас задуматься, что нам нужна мудрость от Бога. Аминь. Мы всегда должны помнить о торжественной мысли о скором возвращении Господа и в связи с этим признать, что индивидуальная работа должна быть выполнена. С помощью Святого Духа мы должны сопротивляться естественным наклонностям и склонностям ко злу и искоренять из жизни все нехристианские элементы. Так мы подготовим наши сердца к принятию Божьего благословения, которое наделит нас благодатью и приведет нас в гармонию с верой Иисуса. Я хотел бы сказать людям, сейчас самое время встать на колени. Сейчас самое время сказать: «Господи, исследуй мое сердце, чтобы увидеть, есть ли в нем что-нибудь злое. Омой меня, очисти меня, омой меня иссопом, очисти храм души. Если что-то не так, исправь, и покажи мне, и помоги мне исправить это». Верно? Для этой подготовительной работы этому народу были дарованы большие преимущества в свете, дарованном в посланиях, предупреждениях и наставлениях, посланных через посредство Святого Духа Божьего. У нас очень много информации. Как мне жить, Господи? Иди и прочитай.
Как мне изменить свою жизнь, чтобы справиться с тем, что грядет в мир? Иди и читай. Из-за возрастающей силы сатанинских искушений времена, в которые мы живем, полны опасности для детей Божьих, и нам нужно постоянно учиться у великого Учителя, чтобы мы могли делать каждый шаг в уверенности и праведности. Чудесные сцены открываются перед нами, и в это время живое свидетельство должно родиться в жизни людей, исповедующих Бога, чтобы мир мог видеть, что в этот век, когда зло царит со всех сторон, есть еще люди, которые откладывают свою волю и будут стремиться исполнить волю Бога. Люди должны видеть это. Они должны видеть, почему ты другой. Почему ты делаешь то, что делаешь? Разве ты не знаешь, что навлекаешь на себя беду? А вы говорите, разве Авраам не навлек на себя беду, когда взял Исаака на гору? Народ, в чьих сердцах и жизнях написан закон Божий, перед нами сильные искушения, острые испытания. Соблюдая заповедь, народ Божий должен подготовиться к этому времени испытаний, приобретя более глубокий опыт в делах Божьих и практическое знание праведности Христа. Не только к неверующим, но и к членам церкви обращены слова: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Это работа, которую должен выполнить каждый. Я не могу просить тебя решить мою проблему. Я могу попросить у тебя совета, но я не могу просить тебя решить мою проблему. Когда дело доходит до трудного выбора, который должен быть сделан, как вы говорите, вы можете попросить совета, но в конце концов, вы будете решать это на коленях с Богом. Верно? 1 Иоанна 5:3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Если мы этого не понимаем, если мы говорим, что нельзя соблюдать заповеди, то мы делаем его лжецом, потому что он соблюл их, и он обещал дать нам возможность соблюсти их. Малахия 3 глава стих 6 говорит: «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Завет никогда не менялся. Нюансы менялись в соответствии со временем. И так как мы живем в то время, когда Христос стал сущностью всех теней, есть этот дополнительный элемент — праведность по вере, против которого дьявол воюет всю вечность. Да даст нам Бог мудрости усвоить праведность Христову, чтобы мы могли соблюдать заповеди и призывать людей выйти из мира и войти в дом Его благодати. Давай помолимся. Отец Небесный, благодарим за заветы. Благодарим, что Новый Завет основан на лучших обетованиях, а именно, что Ты позволишь нам делать все, что требует завет. Если мы смиримся перед Тобою, если осознаем свое недостоинство и свою человеческую немощь и усвоим эту силу через веру, то будем как войско со знаменами. И пусть закон Господа будет начертан в наших сердцах, как Ты обещал, во имя Иисуса. Аминь. Аминь.